начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. Игорь Николаевич Лузякин, главный тренер футбольного клуба «Орел». Я надеюсь, что готов уже экспресс-комментарий прошедшего матча дать, а потом будут вопросы. Пожалуйста. Ну, по моему мнению, так, игра получилась интересной, с обилием голов. Считаю, что мы выиграли неплохо на фоне лидеров. Играли неплохо, имели несколько хороших моментов забить, еще голов. Считаю, что, наверное, намного острее, чем у команды соперников. Мы, в принципе, этим летом были созданы во время контратаки. Вот. Голы забили неплохие, два гола пропустили. Из своих ошибок, можно сказать, ну, соперник в первом варианте сыграл неплохо, но там было единоборство, быстро разыграли штрафной. Я своим ребятам говорил, чтобы по мере возможности не давали быстро разыграть мяч со стандарта, но не прошло, хотя там игрок получил небольшой удар по голове, там, конечно, можно там по-другому как-то, но не мог встать, ну ладно. Вот, первый гол забили, второй с ошибки со стандарта пропустили. Ну, что касается третьего мяча, я думаю, вы сами видели, не знаю, вот из таких вариантов, наверное, вот, понятие fair play, наверное, будет уходить на нет. Так как поступила воронежская команда в этом эпизоде, это очень было некрасиво, даже из ряд вон. Игрок воронежской команды лежит на земле, мы владеем мячом. Команда просит выбить мяч, мы выбиваем. Вместо того, чтобы вернуть мяч нам, игроки воронежской команды организовали атаку и забили гол. При том, что наши игроки ждали, что мяч они вернут, и кричали. Ну, чисто такие моменты, конечно. Хотя нужно все равно доигрывать, но со стороны воронежской команды это было очень некрасиво. Очень некрасиво. Команда, которая претендует на выход в первую лигу, борется за эти места и поступать так, не знаю, очень некрасиво. Первый раз за свою спортивную карьеру я, честно скажу, столкнулся с таким вариантом. Тут больше нечего сказать. По игре мы не в плане тактики, это не считаю, что мы уступили сопернику. По моменту, даже и по остроте возле ворот соперника, во время атаки, мы имели, считаю, эпизоды поострее. Игорь Николаевич, ну вы в ранге аутсайдера приехали в Воронеж, и как бы предполагалось изначально, что команда вот встанет и будет по трибунам бить. Однако вы довольно смело, остро контратаковали, в общем-то, в целом создали моментов больше, чем хозяева. То есть это была именно такая вот принципиальная установка на игру с лидером, когда уже терять нечего. Да нет, мы стараемся играть всегда вот, по мере возможности в такой футбол, потому что имеем несколько там быстрых игроков и пытаемся прививать быстрый футбол, но быстрые контратаки, атаки, вот, но не важно, с каким соперником мы играем. Поэтому, с другой стороны, играем так, как позволяет нам в любом случае соперник. То есть, вот. Но здесь нужно еще учитывать то, что вот, как у нас команда создавалась, да, вот, перед чемпионатом. То есть у нас не было вообще никакой подготовки, за 3 дня мы собрались. То есть ребята, которые были у нас под рукой, мы до последнего момента даже не знали, будет у нас команда играть на чемпионате, не будет. То есть, поэтому этот период очень сложный. И на тот момент, кто у нас был, мы этих ребят заявили, потому что потом в дальнейшем из-за определенных проблем нам дозаявлять запретили. И сейчас мы приехали 13 человек на игру, и мы ездим, 13 футболистов. Плюс у нас там некоторые травмированные, там кто-то по карточке пропускает игры. Поэтому в этом плане сложно, и в плане подготовки у нас практически вообще никакой не было. Ну вот играем с листа, немножечко не везет уже на протяжении нескольких игр. То есть мы забиваем, ведем, но определенные факторы играют против нас. Мы все-таки в конечном итоге проигрываем. Игра в Пензе,
мы проиграли за 3 минуты. Дома мы проиграли, в добавочное время пропустили 2 мяча. Сломался основной голкипер, поставили молодого, плюс еще молодые ребята вышли. Ну, так вот сложилось, вот проиграли Лиском. Здесь, считаю, тоже неплохо мы играли. Но вот еще раз говорю, закономерно, я думаю, было бы ничья, конечно, в этой игре. По моментам, по самой игре. Но еще раз повторюсь, ну, честно скажу, обидно. Обидно, очень красиво поступили. Такие вещи, я не знаю, нельзя прощать. Чисто по-человечески. Есть спортивный принцип, который выдержали. Мы в таком случае, был момент в первом тайме, мы по мяч отдали. Он был момент. Почему воронежские футболисты так не поступили, я не знаю. Просто больше нет слов. Продолжаем нашу после матча пресс-конференцию. Павел Пантелеич Гусев, главный тренер футбольного клуба «Факел», вашему вниманию. Павел Пантелеич, ну поделитесь своими впечатлениями о прошедшем матче. Ну, во-первых, хочу всех поздравить с победой, ребят, поблагодарить за проведенный матч, который складывался для нас очень сложно. Складывался он по одной простой причине. Сложности возникли у нас не во время игры, а в какой-то степени во время игры, а так до игры еще сложности возникли. Мы попали в такую ситуацию, что, если вы обратили внимание, у нас практически вся линия обороны – это новые игроки, которые в этом сочетании ни разу не играли. У нас получилось, что на сегодняшний день выбыли все защитники, которые есть у нас в расположении, команды. Знаете, что до этого травмы у нас Бутырина, травмы Могилевского, Дранникова. Накануне игры вирусная, вирус, какой-то вирус, температура, рвота у Ревякина, который не готовился даже к игре, уже перед игрой, нам пришлось уже в раздевалке вносить коррективы в состав, не смог играть, те же симптомы у Строева, поэтому здесь не на свойственной позиции для него играл Соколов, и, собственно, вся угроза пришла у нас с этой левой зоны. И ко всему, в перерыве вырвал Юра Дубровин, и жаловались все с этими же симптомами. Но честь и хвала им, что до конца отыграли Бекетов и Бирюку. Огромные проблемы, все, поэтому здесь и пришлось ставить не совсем готового в опорную зону Киреева, честь и хвала, что он гол забил, но он пока еще не готов в полном объеме работать, не набрал свои лучшие кондиции. Перестановки Дубровина в силу того, что у нас не было защитников, пришлось опускать в центральную зону обороны. И здесь в организации игры разрушилась связка, которая на протяжении всех игр играли и вели игру у нас Бекетов и Дубровин, здесь Киреев. Пока, благодарен ему за то, что он провел такой матч, гол забил, но пока он не готов. И вот именно в организации игры тут у нас возникали проблемы. Но тем не менее, еще раз благодарен, очень благодарен ребятам за то, что характер проявили. Дорогого стоит два раза по ходу игры проигрывать и выиграть игру, и так в концовке уже и убедительно выиграть. За счет характера, за счет индивидуального мастерства в ситуации, когда Бирюков третий мяч забивал, хорошая передача проникающая, использовал свои лучшие качества, скорость, удар. Коля Жиляев стандарт, радует то, что два стандарта забили, то, что мы наигрывали, там варианты, два стандарта угловой и штрафной. Благодарен очень ребятам. Пожалуйста, вопрос. Попытались, ну, наверняка вы в уме держите кубковый матч, конечно, для него еще дожить нужно, но тем не менее. То есть, что скажете о жеребьевке вообще, как к нему будете готовиться? Ну, готовиться будем мы сейчас, о кубковой игре немножко позже будем думать. Ну, это конечно, понятно, но... Конечно, где-то мы держим в уме эту игру, все прекрасно понимаем, что это... Огромный праздник будет в Воронеже в связи с приездом Торпедо Московской. То, что жеребьевка из тех четырех команд, на которые мы
по сетке попадали. Я считаю, что в плане вывески, в плане афиши, да, самый лучший вариант, который мог быть, не в обиду, еще раз говорю, не в обиду командам Уфы, Мордовии и Тулы. Но московская торпеда, это, скажем так, в союзные времена еще брендовая команда, да, с именем, неоднократный чемпион страны, неоднократный обладатель кубка. Поэтому, конечно, будем ближе к игре уже, но готовимся и будем играть полную силу на победу, как получится. Это вопрос второй, но то, что игра будет интересна для зрителей, у нас нет сомнений. Драников и Могилевский не успеют? Надеемся на это. По прогнозам у Дранникова 2 недели он выбыл, на 2 недели. Могилевский сейчас, вот я с ним буду созваниваться, он находится в Сербии. 4 процедуры он принял. Завтра он вылетает оттуда. Надеемся, что к кубковой игре должны они подойти. Ну, естественно, и Витя Строев, и Ревякин подлечат свое отравление, то ли вирусное, то ли пищевое, пока выяснять будем. Пожалуйста, еще вопрос. Спасибо. Павел Андреевич, по поводу третьего гола, тренер гостей возмущался, сказал, что Факел нарушил правила фэрплей, не вернул мяч. Ну, вы знаете, я должен посмотреть, но в ситуации, когда мяч, мне показалось, что он давал передачу во фланг, и мне так показалось, я не готов ни утверждать, ни опровергать, нужно смотреть запись, но мне показалось, что он давал передачу, и мяч ушел. И сразу-то они не возмутились, а когда мы забили уже мяч, все, ну нужно смотреть. Если это имело место быть, то если это было, то я заранее приношу извинения, если это было. Нужно внимательно посмотреть. И естественно, что с ребятами мы проведем беседу, что если это было действительно так. Павлович, можно говорить о том, что сегодняшний соперник вот, в совокупности вот, со всеми этими травмами, и инфекциями, и вообще и перестроением игры команды помотал нервов вот, на старте больше, чем любая другая. Ну, по сценарию, по тому, как игра развивалась, да, наверное, на третьей, наверное, минуте мы пропускаем мяч, что такое команда получает сразу преимущество и в счете, и в моральном плане, да, чисто. Все, конечно, тяжелый матч. 2 раза по ходу матча отыгрываться. Тяжелый матч, да, тяжелый. И команда «Орел» очень достойно выглядела. И для меня даже удивительно, что они находятся на таком месте. Я скажу, что я смотрел, когда готовясь к игре, смотрел их запись с рисками. Там просто такое стечение обстоятельств. Они пропустили 2 мяча, ведя 1-0. 2 мяча. В добавленное время, оба мяча в добавленное время. И мы специально хронометраж смотрели, судья добавил 4 минуты, а забили мяч они на 7-й добавленной минуте. Такое стечение обстоятельств. Они не должны риском были проигрывать. И то, что команда играет и играет в хороший футбол, они сегодня показали.